песня «Атланта», гимн шестидесятников, звучит и не теряет актуальности уже больше полувека. Тогда, в начале 60-х, члены Куйбышевского городского молодежного клуба формировали новое течение культурной жизни закрытого промышленного города. Именно ГМК стал инициатором гастролей в Самаре Владимира Высоцкого и его первого выступления на большой сцене. Мест не хватало, 20 тысяч заявок только было. Объем ограниченный был, количество, конечно. Концерт его. Только фильм прошел «Белое солнце пустыни», он уже у нас здесь, своими актерами. Да? Вот. Ну, грузинский ансамбль на «Навда» выступал. Тогда Градский впервые тоже. Его в Москве заставляли где-то за окраинами выступать, а у нас он на большой сцене. Знаменитый культовый фестиваль имени Валерия Грушина, ставший одной из визитных карточек региона, тоже создавался при участии городского молодежного клуба. На целый вечер Самарская филармония стала машиной времени. Молодые исполнители отдавали дань уважения творчеству шестидесятников. Хотел бы искренне поздравить вас с юбилеем, пожелать всем крепкого здоровья, успешности, быть полезным молодежи, делиться своими знаниями, опытом, современной молодежи, перенимать лучшие традиции прошлого времени и, конечно, процветание нашей любимой Самары. А такие проекты, как городской молодежный клуб, лучше многих дел говорят о том, насколько наша Самара уникальна, красива и богата людьми. Кульминацией вечера стала церемония награждения членов ГМК почетными грамотами и ценными подарками.